Осматриваем отель LTI Mahdia Beach. Первая линия, город Mahdia Beach. Холл отеля огромный. Ну, вполне приличный, кстати. Wi-Fi бесплатный на всей территории отеля. Территория отеля очень зеленая, много бассейнов, один из них, вот он, открытый. В отеле большая анимационная программа, 15 человек учитывает анимационная команда. Вот эта штука мне особенно нравится. Огромный бар в бассейне. Отель однозначно хороший, можно смело его рекомендовать. Очень много лежаков и зонтов, расставленных среди тени пальм. Такая фишечка. Бар у бассейна очень большой. Он со стороны бассейна и с обратной стороны. Пляж отеля. Вполне приличный пляж. Мне нравится. Немножко не убрано, но я думаю, что это не сезон. В сезон все уберут. Очень большая территория, зелененькая. Вот он бар у бассейна. Поближе его покажу. Стандартный номер.
кто тут у них? Как-то так. Тунец. Каперсы. Я люблю. Все есть. Это у нас десертный стол. Да, десертный стол. Клубника.